Всем привет! Всем привет! И мы снова продолжаем играть в игру «Соедини драконов» Мэрги Драгонс. И давайте посмотрим, что у нас происходит сейчас в кемпе. Какие у нас новости? О, наши дракончики некоторые выскочили. Посмотрите, у нас есть дерево, которое мы в новогоднем квесте получили. Итак, и дракошки теперь с этого дерева могут добывать вот такие вот бревна и листики. Вот смотрите, бревно несет дракончик, да? У нас появились 3 вязанки дров. Давайте мы их объединим и посмотрим, что будет. Ой, какой-то домик. Это последний уровень. И это домик гномиков. Посмотрите, вокруг него растут кусты, которые нам как раз таки нужны. У нас следующие звездочки. О, кустик он делает, когда мы не можем. Вот откуда кустик берется. А мы думали, где нам взять какие-то кусты? From mushroom cups, да? Вот оно в чем дело. Я нажму tab. Вот. И смотри, у нас какой-то грибок появился новый. О, смотрите, какие-то магические грибы. Magic Mushroom Cups. Какие-то магические грибы. Вот так. А что, если мы этот кустик понюхаем? Давайте посмотрим, что будет. О, он еще грибы добыл. Замечательно. О, давай еще. Что будет? Если... О, она сам нажимаешь. О, еще какие-то грибы появились другие, смотри. Вот, и такие грибы еще магические. Кластер какой-то гриб. Ой, как интересно. А давайте 3 соединим, что будет? А, тогда вот такие. Ой, смотри, еще один куст. Я на домик нажимаю, и кустики появляются. А если мы их соединим? Ой, извини, дракошка. Я хотела соединить кустики. О, как интересно. Следующий уровень. Вот такой кустик. Вот где они берутся. Вот они, из домика гномика показывают. Вот нажми на него. И опять такие грибы появляются. Подожди, а у нас была как раз такая звезда. Соедини 5 бушер. 5 кустов в один соедини. Да? Ну ладно, соединим 5 кустов в один. Слушай, нам надо побольше места для них тогда. Нажимаю. О, смотри, раз. Через какое-то время нажимаешь, штукчик. Они там появляются. Мне надо таких 5 кустов соединить. Хорошо, давай построим их в ряд. Вот у нас есть уже 1, 2, 3, 4, 5. И тогда соединим в один и получим тогда... И так нам надо сделать будет... Сколько раз? 3 раза так надо будет сделать. Как интересно. Какие-то грибы новые у нас. Давай сейчас нажми. О, еще такой, пожалуйста, гриб. Вот оно в чем дело. А я думаю, я же задумалась, ну где же какие-то кусты взять? Давай нажми сейчас на этот дом. Люк, это, по-моему, нет, он раз в какие-то минутки делает. Как и вот с этим дождиком тоже. Тут у меня тоже, смотри. О, бревно откуда-то сделал. Давай соединим эти бревна. Давай. Грибные тоже. Сейчас, дайте мне это бревно. О, и тоже гриб выскочил. А эти что за бревна? А для чего эти бревна? Мэрги ту гроф андит. Соедините эти бревна, из них деревья появляются. Мертвые деревья из этих бревен. Вот оно в чем дело. Какое-то грибное царство мы здесь надыбали полностью. Слушай, Артур. Сейчас квестик пройдем. Сейчас пройдем квестик. Мне просто так интересно. Подожди, я хотела вот это сюда. Вот этот сюда цветочек соединить. Вот. И вот эти соединить. Вот грибы. Кучка, это хорошо. Слушайте, какие у нас сегодня новости. Так, давай подумаем, сколько нам осталось до открытия вот этой зоны. Одна! Одно очко. Так, где нам взять одно очко, подумай, Артур, головами. Я хочу покупать. О, смотри, у нас 3 гриба. О, соединили. Смотри, новый гриб получили. О, кустик новый выскочил. Нам надо 5 соединить, да? Так, будем 5 располагать. Хорошо. Так, а это что за гриб? No ordinary mushroom. Так, это какой-то еще Magic Shroom Stalk. Интересно. О, ну как это туда пошли? А куда они там сверху смотрят, что творится?
А вот еще один кустик дал. Он сам нам выдает эти кустики, выкидывает их. Таких мы быстро насоединяем. 4-5. Сейчас первый соберем. И тогда вот эти деревья мы сможем получать, я так понимаю, оттуда. Ой, подожди, нас бананов раскидали. Нам надо добыть сегодня одного дракона еще. А чтобы добыть дракона, что нам нужно сделать? Денежки. Купить. Нам нужны тогда денежки. Тогда лев монетку надо. Ну, льва монетки нам, наверное, не хватит. 50 будет. Надо 280. Значит, давай-ка мы вот это попросим добыть нам эти вот. А к чему на вас? Сейчас. В сундуке могут быть монетки. Отдайте нам монетку. Нам нужны монеты, правильно? Да. Правильно? Так, а куда ты дел? Камни. Он с ними шел куда-то. И куда ты их дел? Спрятал, что ли? Ой. Ой, как они тут везде бегают, слушай. Вот. А теперь один камень, да? Угу. Я вот с этого хотела. Это тоже устал. А ты что тянешь? О, а где ты бревна эти добываешь? Ну, ты молодец. Добывай, добывай. Все хорошо. Мама, а посмотри, сколько стоит бревен на тебе их продать. Что продать? На бревен сколько стоит? Сколько бревен? Под 4. Не надо, у меня эти бревна редко делаются. А вот эту траву давай соединим, что получится. А, просто вот такой кустик. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Все понятно. Сейчас вот эти ягоды продадим. Давай. Вот они у нас. А нам нужны монетки, чтобы купить себе одну руку. Давай. Давай. Монетки, вот, сейчас. Сейчас. Но, сейчас. Вот 4 яйца. Монетки. Так, растут, растут, растут. Вот у нас росточек есть. Вот еще деревце. Вот. Так, а когда у нас сундук-то будет? Давай посмотрим. Сейчас, через сколько? Вот сундук у нас. Через 2 часа 20 минут. О, это ночью совсем. О, есть одна. О, смотри. Так. Ну, во. Один из трех. Так, теперь нам надо вот такие можем соединить. А сундучок? Где сундучок? Сундучок. О, точно, сундучок. О, монетка. Мама, в сумочке нет. Маленькая, правда. Вот сейчас еще объединим с такой монеткой. Вот, у меня подарок монетка. Сейчас, а тут побольше монетка. Где монетка, ты говоришь? Не, я тебе сказала, там где был домик монетка. Так, у нас такие теперь 3, смотри, есть. Так, а куда гномик, а домик делся? Ау! Он пропал? А почему? Нет, ты видел? А куда домик? Гномик делся. Или он все, он потом пропадает? Я не знаю. Но он же здесь был у нас. Мистика какая-то. Гномик. Потому что, может, надо все время эти собирать все палки, чтобы гномики появлялись. Это какое-то кино. Мы тут думали, быстро кусты соберем. А гномики куда-то исчезли. Вы видели? Мы ничего не делали. Я думала, может быть, это мы виноваты, что мы гномиков куда-то это, например, продали. Нет. Ты видел, гномики исчезли. То есть они недолго. Они нам дали вот такие кустики. Из них грибы вылезают. То есть мы пока их объединять тогда не будем, эти кусты. Да? Из них хотя бы грибы вон лезут. Правда? А нам вот таких 5 грибов собрать. Вот это кино. Так, ну что, пойдем в квест? Да. Тут денежки заработать. Давай. Нам надо заработать денежки, да? Да. Нам заработать надо денежки срочно. Причем. Давай пушинки продадим. Да, сейчас пушинки продадим. Так, здесь у нас насобирали. О, цветочек. Вот за цветочек, спасибо. Это очень хороший цветочек. Вот фиолетовый. Да, это крутой ты цветок сделал. Ты молодец. А где он это сделал? Ну, он где-то вот делает. Он молодец у нас. Хороший дракончик, молодец. Подсуетился. Нам бревнышки надо. Мне понравились гномики. Нам надо это, бревна собирать, чтобы гномики появились. Что нам дал? Что дал? Вот листик пока.
Давай, Брюмнышкин. Нам понравились гномики, но я так понимаю, что гномики будут пропадать. Они не будут постоянно у нас. Листик не хочет. Ты еще не устал? Да, вот устал. Специально. Тогда этот, а этот? Зато этот у нас не устал. Во, у нас есть третий, смотри, цветочек. Так? Вот. И давай три соединим. У нас такого еще яйцо не было. Яйцо нам сделал! Точно! Слушай, яйцо сделал. У нас новое дерево. Как он сделал нам яйцо из этого дерева? Ну ничего, только красное. У нас такого нету. У нас было... У нас оно второе! Второе яйцо. Спасибо, спасибо, он дракошка. Он из дерева сделал. Да, из этого дерева сделал нам яйцо наконец-таки. Вот у нас новое дерево появилось. О, комбо-бонус, комбо-бонус. Да. Яйцо! Это классно! Ничего себе! И под вопросом. Да, это какой-то... Так, слушай, какой ты молодец, слушай, яйцо сделал. Ну надо же из этого дерева, да? Классно, да. Мы дерево в этом, в квесте заработали, правда? Обалдеть. Яйцо! Да. Слушай, удивили нас, удивили. Все время, сейчас давай соединим. О! Новый гриб. Что это за гриб? Magic Shrooms. Магический гриб. Unknown, неизвестные специи гриба. Какие-то семена неизвестные. Ну круто, мы сделали второе яйцо, такое третье, да. Тогда мы соединим. Тебе интересно, что там будет? Да, мне интересно, что там будет. Кто там в этом яйце? А, там тебе, если не дают кости, верни еще раз. Кости? На динозавр. Да, он, о, только да. Что, он только что дал нам. Ну это так, копейки. Еще раз. Так, мы скоро всю голову съедим. Ой. Всю голову съедим так. Давай еще раз. Он сколько-то дает, потом все прекращает. Еще раз. Так, слушай. Круто, круто мы идем. Давай пойдем попробуем заработать где-то монетки, чтобы мы могли купить. Еще одного дракончика и открыть новую область. Логично? Да. Давай. Там так красивый. Очень хотим найти квест с кристаллами. Вот, вот Куэри 8. Но это гора, это, наверное, будет, тут, наверное, будут какие-то... Что у нас там? Будут какие-то камни, будем добывать. Итак, что у нас за задача? Давай. Статую собрать, основная программа. Очки. Так, сейчас, подожди секундочку. Освободи место для пушинок. Собственно, ты здесь пушинка придумал. Так, там... Очки, очки, как можно больше очков, и в конечном итоге надо дестрой гигант Лайрис Монт. Эту гору надо разрушить, дестроит, разрушить, сынок. Вот так, наверное, надо вытащить. Правда? О, аж выскочил, смотри, дракошка. Вот дает. Так, у нас таких два яйца еще есть. Так, что мы тут можем делать, смотри. Одна... О, орешек. Тут можно сделать деньги, когда мы есть богатее. Если будет ты хочешь сказать, что если будет дерево, да, то мы сможем с него получать плоды. О, какие-то... там третье будет семечко. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот мы травку вот эту вытащим. Та-та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та. Давай вот эти откроем. Вот. И сможем вот этой вытащить тогда. Вот это вот, смотри. Вот так? А, надо еще одну такую. Не получится пока. А дракончик нюхает и даст нам семечки. О, сундук. А может сундуки будем собирать? Или посмотрим, что там будет? Нет, сундуки. Открывать, открывать. Открывать. Ну, денежка. Ну, пускай полежит монетка. Может, мы соберем чем-нибудь получше. Я так это надеюсь, чтобы дали большую. Я только мне будет что-то. Вот, зато у нас здесь получше стало. Что? Вот, одна голова открылась у нас. Давай. Давай, давай, делай. Я понимаю, хоть вот это, он здесь семечки дает. Какие семечки дает? А, вот это ты имеешь в виду? Дерево хочешь побыстрее делать? А я хочу открыть вот здесь вот. Вот. О, тут. Тебе семечки дал. Во. Вот, здесь добыча будет. Здесь, смотри, здесь можно будет и добывать. Из таких костей семечки. А сколько здесь? Тут пока непонятно. Ничего не показывает. Есть третья. Пускай прорастают. Они пускай прорастут.
Ел. Давай понюхай пока. Сейчас, что тут здесь? А, вот, смотри, я могу среди... вот здесь вот так вытянуть. О, вот один росточек уже есть. Нет, давай занимайся пока открытием, правда? Вот, пока мы попробуем здесь яйцо еще вытащить. Вот одно есть яйцо. Так, нам же надо вытащить, правда? Вот здесь яйца, еще одного дракошку. Ну, не надо нам сейчас добычи. Мы успеем подобывать. Вот, давай вот здесь. Тыщ. Во. Не, давай. Ты очень такой спешишь. Мы хотим вот этот кустик открыть. Вот. Слушай, он хоть быстро что-то добывает, желтенький дракончик. Посмотри. Смотри, какой он быстрый. Быстрее, чем панда. Да. Во. Вот. Сейчас будет еще одно. Один. Вот. Ладно, ну иди там. Поработай. Давай. Еще орешек. Хорошо. Так, а здесь надо посмотреть, вокруг ничего нету, да? Это один островок у нас как бы. Этот я могу кустик вытянуть отсюда? Нет, кустики не вытаскиваются. Не, ты попробуй так, один тут, один тут. Я пробовала уже. Косточки только здесь. Косточки. Сейчас он здесь еще прорастет. Мне спасибо. Вот. Вот этот камень надо убрать. Сейчас мы его попросим убрать. Давай гору здесь сделаю. Вот. Вот это вот застрели, пожалуйста, этот камень. Застрели его. Ну, это не надо делать. Я могу вот так сделать. Да, скушай, пожалуйста. О, денежка сядет с какашкой. О, денежка, видишь, еще одна прискакала. Так, хорошо. Вот. Вот. Дай какашку понюхать. Ты расстреляйте, пожалуйста, вот это. Надо монетку. О, да? Ну так это круто, если он нам дал монетку. Смотри. Боже, вон какой коин получили большой. Это круто. Ну, хотите вот это добывать, да? А давай, ну, давай будем открывать. Вот. Молодец. Ну, давай. Давай, сердечки уже три. Сейчас. Три сердечки. Вижу. Так, а где нам надо? Нам надо вот здесь вот это будем устраивать. Этот еще не открылся. Костю? Ну ладно. Есть! Сейчас мы сделаем классный цветок. О! Есть! Вот, понюхайте. Вот этот камень. А, подожди, тогда оно закончит, если мы этот камень разрушим. Стой, давай мы передумаем. Я передумала, не разрушай этот камень. А мы его можем куда-то оттянуть вот сюда? Нет, надо убивать его. А, ну нам статую надо собрать. А, нам звезду за это дадут. Да? Если мы этот камень разрушим. Смотри, они вдвоем могут. Круто. Я пока порядок наведу, пока они тут это... О, развалились. О, тут надо 50 сидеть. Так. Сейчас все сделаем. Вот вторая монета. О, смотри, росточки. Два дерева. Нам бы еще получить. Вот еще кости есть. Вот. Уничтожайте, давайте. У нас одна звезда пока. О! Давайте. Вот он разваливается на вот эту добычу. Вот этот еще один, да, есть. Давайте. Молодцы, вы так в паре хорошо работаете.
Вы мне нравитесь. Вот, еще одну гору. Вот так вот. Две горы. Вот. Мы добыли вторую звезду, я так понимаю. Нет, пока еще одна звезда. Сколько надо было очков добыть? Я не помню. Вот, чтобы звезду получить. А, 2700. И 3400. О, монетку сделал. Вот, молодец. А тебе обязательно вот этот нюхать? Вот этот цветочек не хочешь понюхать? Но... Так, ну ладно, все, мы полную, у нас полная катушка, можем выходить. Этот квест такой ничего, да? Классный, камней можно полностью набрать. Итак, монетка, эти, вот эту нам дадут. И дракошки. Ладно, если 80 было 30 купить, но если надо 80. Ну, посмотрим, пойдем. Где мы можем их взять? Или переборки. Летим, летим. Это был Куари 8. Это следующий все... челлендж за дракона, кстати. А что нам не хватает? 25 минут. 25 минут? Что ж там будет, я боюсь подумать. Подожди, дай полечу, получу сюда. А что это за 5 вот этих вот? Не знаю. 5 сундуков. You collected 5 reward from winning levels. They open your camp. Они вас ждут в вашем кемпе. А где они? Дайте нам их. Нет, нажми на сундук. Сейчас, подожди, зайка. Вот серебряный коин. Вот, эти. Вот это, сейчас, вот это, сейчас, вот сейчас. Это у тебя. Вот это. Вот тут они. Вот, 6 часов. Через 6 часов они только откроются. Нет, ну, оно с времени не шло. А почему время не ушло? Потому что мы не нажали unlock. Да, надо было нажать. Да. Так, ладно. Вот еще один брикет у нас. Он уже по полностью. Так. Вот там, видишь? Да, сейчас подожди-ка. Вот закупимся за эти вот. За 370. Да, сейчас закупимся. Давай, 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 давай. Не стесняйся. Вот. За все эти кристаллы купим. Иди, говорит, иди, говорит, за все потрать. Кристаллы давай купим. И все эти делай, давай. За все. Голден ты имеешь в виду? Да, а что все. Мы еще можем купить за них? Подожди, а мы можем, знаешь, что купить? Что? Мы можем купить вот этот дом со 196. Нет, это дом. Там 20 монет сразу дадут. Ага, 20 монет. В этом домике дают одну маленькую монетку, а там дают больше. Ну, давай, мам. Ну, ладно, как скажешь. А там нету монет в этом ящике. Там только эти, добыча камней. Давай купим за все. Раз. Три. Там деревья будут опять. Ты в курсе? Вот, тут добыча. Вот дерево тут есть еще одно. Вот, которое будет давать землю нам. Там монет нет в этих вот.
Вот две скалы. О, там третий мой садится. Сейчас. Вот это ты имеешь в виду. Вот камень. Вот еще одна скала. Вот эти надо добывать. Так, что у нас тут с грибами? А где? А я видел один за один кубок скул. Так, сейчас вот продадим ягоды. На базар сходим, ягоды продадим. Подожди. Давай вот этот вот. Вот. Вот еще одна скала. Вот эту можешь нам тоже превратить. Так, что у нас тут? Грибы растут. И травка снова. Эту траву можно продать. Вот это сюда. Сейчас комбо. Есть. Так. Комбо-бонус. Где он? Во, вижу. Комбо-бонус. Все пошли спать, да? Да, я ведь квест за один кубок. По 100, давай за 80 возьмем. 240 нам надо. Раз, два. Так, а давай. Уже 90 надо. Да, 90 хорошо. У нас вот есть коин. Есть. Вот, пожалуйста. Надо большие денежки просто иметь. И? Вот. Там же клэм! И откроется у нас... Давай. Что вы желаете, а мы хотим... Ой, куда ты полетел? Ну да, сюда за листиком, конечно. Да, листик. Давай вот это дерево у нас. Давай. И новая зона открылась. И открывается новая зона. Ой, тут еще одна статуя. И сундук. И сундук. А сколько надо? 4 всего. Так, сейчас мы тебя тут... Подожди. Во. 1000 раз. Вот это вот давай сюда, вот сюда. У нас на этот момент было вот так вот. Вот. Скоро откроем эту статую, да. Так, тебя мы отправим на дерево. На дерево. И сильное. Два серебряных, смотри. Два серебряных. Он дал опять вот это дерево. Почему нам больше ничего не дает никто? Вот, у нас монета есть. И вот это сделала дерево. Да. Супер. Вот. Я хочу гномиков снова. Ты хочешь гномиков? Я бы хотела яйцо, ты бы нам дал. Яйцо. Ну, хочу. Может быть, и дадут яйцо. Там, но оно очень редко. Дадут. Но это редко дойдут яйцо. Яйцо это, конечно, здорово. Так, начинаем набирать дальше вот эти уровни. О, третий. Вот, видишь, как он сразу целую вязанку этих дров. Так, мы гномика соберем скоро на доме гномиков. Блин, почему сейчас шел спать так быстро? Ну ничего себе, он сколько нам сделал и пошел спать. А то мне дракона, который за рекламу нас будет, давай посмотрим. Вот у нас первая вязанка дров готова. Так, а сколько здесь еще открывать эту статую? 25? А это сколько у нас? 16. И? О, и еще. Есть! Теперь дракона надо. Ой, какая она красивая. Нам нужен дракончик, чтобы ее этот разбудить, да? Да. А-а-а, хорошо. Вот, может, будет что за рекламу. Так, а мне через минутку он сам будет. Зачем? О, еще один сервер. Да. Она же сейчас через минутку придет. Так, на что она тут? Дожди давно не шли. Надо. Мы как с тобой, эти, знаешь... Шаманы, дождь вызываем. Да. Так, вот этот цветочек сюда, сюда. Вот так. Сейчас минутку выйдет дракончик. О, он еще не вышел. Сейчас выйдет, и я хочу попробовать его туда отправить. Да. О, а я тим обмануюсь. Семечко. Вот смотри, у нас плодовые деревья, плоды несут. И денежки. Денежки. Так, а что у нас за задача была? А, соединить 5 этих кустов, да?
5 кустов соединить. Так, тут у нас бардак, нам надо еще одну эту добыть, чтобы эти сложить всем. Так, какие у нас были задачи? Давай посмотрим, повторим. Кусты сложить, да, 5 в ряд. Так, извините. Открыть еще 5 сундуков. У нас 4 сундука уже открыты. Еще 5 сундуков открыть. И последняя задача 2 вот этих сундука. Через сколько? Через сколько проснуться? Через 9, 8 5, секунд. 87. Так, 6, а что мы хотели? 5. Статуи. 3. А, статуи. 2. Да. 1. 0. Есть это привет. Ой, привет. Пойдем, у нас есть для тебя задание. Вот эта статуя. Во. Во. Ну давай. О, 248. Слушай, да на 250 у него будет столько энергии вообще. Интересно, что нам он даст эта статуя? Он даст нам что-нибудь? Или просто откроется? Сейчас мы узнаем. Кажется, он всю эту убьет статую. Ты думаешь, он ее разморозит все? Да. Ну-ка. Мне кажется, что она это все сделает. Слушай, какой он сильный у нас. Ну, ничего себе. Ну, мама, ну, пожалуйста, что? Сделай это. Как? Вот так. Не улыбайся. Ну, она классно же делает, ну, да? Да, я тоже рад. Давай, ну... Ну же. Слушай, точно он ее все разморозит? Я думала, его энергии не хватит. Сейчас мы это сделаем. Давай. Ну, давай. Ну, сколько ему приходится работать, смотри. Скоро мы будем вот такое желтое лицо. Вопрос, когда будет ответить, тебе интересно, да, что там будет? Какой дракончик, конечно, да. Интересный. Там еще один такой сундук. Спрятанный, который опять замком. Эй, что? Так, когда на следующий дракон вылезет на подмогу? Через 2 минуты 3 секунды. На подмогу. Я представляю, сколько у нее уже осталось. Пожалуйста, посмотри. Да пожалуйста, 86, смотри. Это спринг какой-то. Ancient Spring. Второй уровень. Продуцирует яйцо, кстати. Иногда делает семечки. Яйцо и семечки? Да, продуцирует. Это как батут этот? Да, продуцирует. Это как бассейн? Не знаю, иногда. Когда только? Может, надо 3 их соединить будет вместе? Чтобы там чуть-чуть осталось. Нет, давай это кончик, чуть-чуть. Трава уже. О, а рука еще не проснулся? Нет, грибы зато уже выскочили за это время. Надо бассейн. Давай, чуть-чуть осталось. Давай же. Я хочу знать, что будет. Как тоже? Он долго, да? Ты хочешь знать, что будет? Я тоже хочу знать, что будет. Будет ли что-нибудь вообще, мне интересно. Не зря же мы за эту зону открывали, правда? Вот статуя открылась. И все. Чего она ничего не дала? Потому что их надо 3 собирать. Вон, смотри.
Вот у меня, видишь, большая такая стала, потому что я их собрала три. Они тогда превращаются в такую большую и что-то дают. Их надо три собрать, разморозить. Видишь, у меня вон одна есть. Здесь 5, 4, 3, 2, 1, 0. Давай его на дерево опустим. На дерево. А где он делся, дракон? Ну, смотри, там где его домик. Вот. У нас же есть вот еще один. Давай его тоже Так, мне надо вот это вот закончить. И Бревно. гремота, почему? Так вредно. Вот Где здесь, кстати, получше хотя бы яйцо с этим, это бревно? Притормозил, здесь мне делает. О, так, это можно продать. Монетку, это тоже здорово. О, сейчас, это за 50 продадим, сейчас, подожди. Монетку, это тоже хорошо. Вот. Давай еще раз. А этого куда мы отправили? Тоже сюда, да? И здесь она взять. О, листик. Листик. Так, он потом. Так, этот устал уже. И этот тоже устал. Все, пойдем квест какой-нибудь сыграем. Давай. Драконы все пошли спать. У нас есть два кубка. Давай, сыграем. Давай.